Всем физкульт-привет! Мы у метро Горьковская, вот выход. Здесь у нас подземный переход, трамвайные пути и Кронверский проспект. И сейчас мы пойдем к нашей суперспортивной площадке, где будет проходить наш ежегодный турнир по стритболу. У нас есть три пути. Первый — это по той стороне, вдоль дома. Второй путь — это здесь вот в парке, самый безопасный путь. Но мы выберем, как и многие другие жители, золотую середину и пойдем по центру, по трамвайным путям. Это сразу предупреждаю, это небезопасно. Поэтому всем рекомендую идти по тротуару. Идти, ну, нам здесь буквально 3-4 минуты средним темпом, средним шагом. Так что практически рядом наша площадка. Трамвайчик едет. Точно. Отошли в сторонку. Наконец-то лето. Все зелено и солнце. Кинотеатр. Слева там за зеленью. Иногда хожу туда. Там вкусный попкорн. И это не реклама. Ну, мы практически дошли. У нас на встрече еще один трамвайчик. Будьте внимательны. Вот у нас угол. Кронский проспект, дом 45. Машин как много. Идем на пешеходный переход. Там вдали, после поворота, ИТМО, университет. Так, ну вот, нас пропускают, наконец-то, спасибо. Там дом, там у нас охрана. Здесь либо звонок звонить, если закрыто, либо на себя тяните. Здесь у нас детская площадка, и вот за детской площадкой находится уже непосредственно спортивная площадка. Сирена начинает расцветать. Думаю, к турниру уже все расцветет окончательно. Ну, у нас команда продолжает готовиться и тренироваться. Какие молодцы. Ну вот наша площадочка. Так, наш турнир. Подписываемся, не забываем.
Всем физкульт привет!